В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Дарья Козина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. «Мой бизнес 360» – конференция для нижегородских предпринимателей пройдет в технопарке «Саров». В Саровской госавтоинспекции подвели итоги первого квартала 2024 года. Во Дворце детского творчества подвели итоги второго городского медиафорума. Далее расскажем обо всем подробно. Предприниматели Сарова, Вознесенского, Дивеевского и Первомайского районов соберутся на площадке технопарка «Саров» и обсудят с руководителями региональных институтов поддержки бизнеса ключевые вопросы развития предпринимательства в регионе в рамках конференции «Мой бизнес 360». Подробности далее. Узнать о действующих мерах поддержки бизнеса, презентовать свою продукцию, услуги, принять участие в переговорах и многом другом смогут нижегородские предприниматели на конференции «Мой бизнес 360», которая пройдет 6 июня в технопарке «Саров». Планируется и выставка саровских производителей, планируется масса полезной информации и бизнес-игра, такой мастер-класс по продвижению продукции. Вообще тема конференции – это маркетинг и продвижение. Да, и будем стараться дать максимум полезной информации для того, чтобы предприятия смогли грамотно продвигать свою продукцию. В этом году конференции «Мой бизнес 360» пройдут в 10 муниципалитетах Нижегородской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатором выступает Центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Цель проекта «Мой бизнес 360» – расширение рынков сбыта региональных предприятий и развитие их деятельности по всем направлениям. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо будет зарегистрироваться на платформе МСП. Это такой полезный сервис для предприятий, где собрана масса полезной информации для бизнеса. Можно онлайн подать заявку на участие, там, на получение мер поддержки, участие в каких-то других мероприятиях. И именно идея того, что мы реализуем, регистрируем на это мероприятие через платформу МСП, она реализуется для того, чтобы наши предприниматели познакомились с этим полезным сервисом и смогли воспользоваться максимально обширными услугами онлайн. Более подробную информацию о конференции можно получить по телефонам 99 263 99 264. В Саровской госавтоинспекции подвели итоги первого квартала 2024 года. Аварий на дорогах Сарова стало почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого. При этом чаще всего ДТП случаются из-за нарушения правил проезда пешеходного перехода. Подробности в нашем репортаже. За прошедшие 4 месяца в Сарове произошло 19 аварий, в которых пострадали люди. Это на 8 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном это столкновения авто, наезды на пешеходы и препятствия. Основными причинами указанных дорожно-транспортных происшествий является нарушение правил проезда пешеходных переходов и очередность их проезда. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, управлявших транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения, а также наркотического. Такие операции, как бахус, труба, внимание пешеход, главный пассажир, электро-вело-мототранспорт. Всего за отчетный период было проведено 17 профилактических мероприятий. 64 водителя наказали за управление автомобилем в состоянии опьянения. 8 случаев, когда шофера под градусом задержали повторно. С начала года в 4 ДТП пострадали дети. В одном 7-летнего мальчика сбили на краю проезжей части. Тротуар рядом он почему-то проигнорировал. 2 случая, когда водители не уступили дорогу несовершеннолетним пешеходам на переходе. В другом ДТП пострадал 13-летний пассажир. Во время движения был пристегнут ремнем безопасности. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания с участием несовершеннолетних участников дорожного движения регулярно проводятся занятия в общеобразовательных учреждениях города с обсуждением конкретных примеров случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Сотрудники госавтоинспекции, закрепленные за общеобразовательными учреждениями, проводят беседы по безопасности дорожного движения в школах и дошкольных учреждениях.
В преддверии летних каникул госавтоинспекторы напоминают водителям и пешеходам о бдительности на дорогах. Призывают родителей повторить с детьми основные правила безопасности. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Городской общественной организации «Дети войны» 10 лет. Торжественное собрание состоится 22 мая в Доме учителя на Гагарина, 6. Начало в 15:00. Приглашают всех желающих. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Форум ПФО «Метеор» платформы «Росмолодежь. События» пройдет в Нижегородской области с 4 по 9 июля. В этом году он входит в линейку событийной программы «Культурная столица года 2024». Участники пройдут образовательную программу по одному из 7 треков и смогут разработать проекты, которые будут направлены на развитие молодежной культуры Приволжского федерального округа. Зарегистрироваться на окружной молодежный форум «Метеор» может любой молодой человек со всей России в возрасте от 14 до 35 лет через платформу «Росмолодежь. События». Регистрация продлится до 20 мая включительно. Принять участие в психологической трансформационной игре «Синдром самозванца» приглашает саровских бизнесменов Центр поддержки предпринимательства. Игра направлена на проработку неуверенности во всех сферах жизни и работы. Эффективная игровая методика позволит трансформировать внутренние страхи, сомнения и ограничивающие убеждения. Мероприятие пройдет 24 мая с 12 до 14 часов. Количество мест ограничено. Регистрация по телефонам 9-92-64, 8-991-831. 77-66 по электронной почте mail@sarovbiz.ru, личным сообщением в официальной группе ЦПП во ВКонтакте. Мы продолжаем рубрику «Ищу хозяина». Ее цель – помочь найти семью обитателям приюта Мурдом. Десятки котиков и кошечек, привитых и стерилизованных, ждут, когда обретут новый дом. Возможно, герои сегодняшнего репортажа станут добрыми друзьями именно для вас. Коту Василию 5 лет. Его подобрали на улице с мочекаменной болезнью. В приюте его вылечили, сделали прививки и пристроили в новый дом. Через некоторое время больного кота обнаружили на территории озера Протяжного. У него обострились проблемы с печенью и почками. Волонтеры сразу узнали Васю и снова его приютили. Сейчас он полностью здоров, вакцинирован, чипирован, стерилизован. Сейчас он полностью здоров, у него нет никаких проблем. Безумно ласковый, безумно вообще тянется к людям. На него все смотрят, он очень обаятельный, наш самый любимый кот. А вот кот Герман и кошка Гермиона приехали в приют совсем недавно. Волонтеры нашли их в подвале, котам всего по году. Они прошли вакцинацию, стерилизацию и чипирование. К ласке малыши еще не привыкли, но как только они попадут домой, то мурчание и любовь от них гарантирована. Котики очень красивые, очень такие характерные, но пока очень сильно напуганные, шустрые. Мы не знаем, что они пережили на улице, и если их захотят забрать домой, нужно будет очень много времени на адаптацию. Особенно вот с Рыжиком, потому что он очень такой пугливый, зашуганный. Он не дает прикоснуться к себе, но если дать ему много времени, не трогать его, чтобы он привыкал, не особо не лезть к нему, то котик со временем может стать домашним. А вот Гермиона уже почти адаптировалась, дается гладиться и мурлыкает при любой возможности. Забрать к себе пушистого друга можно в приюте Мурдом. По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 908 762 09 51 или пишите в группу приюта Мурдом ВКонтакте. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Более 24 миллионов рублей с начала года потеряли саровчане, доверившись мошенникам. Уловки разные. Близкий попал в ДТП, быстрый заработок на инвестициях или оплате отелей, перевод денег на безопасный счет. О том, как не стать жертвой злоумышленников, расскажем в следующем репортаже. 1 460 000 рублей перевела мошенникам саровчанка на прошлой неделе. И это далеко не предел. Доверчивые граждане ведутся на уловки аферистов, которые, в свою очередь, чаще изобретают новые способы обмана. Кем только они не представляются, чтобы ввести в заблуждение саровчан. Одна из популярных баек злоумышленников – ваш банковский счет в опасности. Сообщают нашим жителям о том, что якобы их счета, которые у них имеются в микрофинансовых или финансовых учреждениях, банках –
попали под опасность, чтобы пытались с них снять, чтобы их обезопасить, необходимо переложить на безопасные счета. Наши жители верят сказанному и начинают выполнять те действия, которые им говорят звонившие. Никогда сотрудники правоохранительных органов, тем более сотрудники финансовых учреждений, звонить и сообщать о том, такую информацию не будут, тем более переводить куда-то денежные средства. Полицейские напоминают, что никаких безопасных счетов не существует. Если у вас есть какая-либо проблема или сомнения по поводу сохранности денег, всегда можно лично обратиться в отделение банка. Еще одна схема обмана. Пожилым гражданам звонят и сообщают, что близкий родственник попал в ДТП. За решение вытекающих вопросов нужно заплатить определенную сумму. Помочь потерпевшему, якобы находится в больнице, либо это дать взятку сотрудникам правоохранительных органов. И под этим предлогом к ним приходят люди, забирают денежные средства. Но есть и случаи, когда сами граждане действуют, приходят к банкоматам и переводят денежные средства на счета, указанные гражданам. Таким образом попадают под ловки мошенников. Этого делать не нужно ни в коем случае. Если им приходит сообщение от кого-то о чем-то, необходимо либо связаться с родственником, который, возможно, попал в какую-то ситуацию, либо позвонить 02 и уточнить, имело ли место быть такое происшествие. Набирает обороты развод при игре на биржах ценных бумаг и инвестировании в криптовалюту. Чаще всего саровчан подкупает возможность быстрого заработка. При этом они не проверяют сайты на подлинность, переводят деньги по сомнительным реквизитам. Мошенники под предлогом порядочных бирж делают дубликаты данных и обманывают жителей нашего города, не только нашего города, но и всех в целом жителей России. Суммы там очень крупные, они варьируются от миллиона и выше. На этой неделе также поступало заявление от гражданки, жительницы нашего города Саров, что она стала жертвой данных мошенников. В результате у нее было похищено свыше 1 миллиона рублей. По данному факту было также возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159. Мошенники орудуют и на проверенных сайтах по продаже вещей. Саровчане публикуют там имущество, злоумышленники звонят под предлогом покупки и просят продиктовать данные банковских карт, получая доступ к деньгам жертвы. По итогам первого квартала 2024 года жители нашего города потеряли около 24 миллионов рублей. Сумма говорит сама за себя. Важно помнить, что лучший способ защитить себя от мошенников – это бдительность. Будьте критическими к информации, которую получаете, и не стесняйтесь. Не стесняйтесь задавать вопросы. Второй городской медиафорум продолжался с октября по апрель. Во Дворце детского творчества подвели его итоги. Три самых креативных и активных медиа-центра, а также трех самых лучших авторов наградили подарочными сертификатами и отметили персональными дипломами Департамента образования. На мероприятии побывали и наши юные коллеги из объединения «Журналистика» Дворца детского творчества. Второй городской медиафорум продолжался с октября по апрель. Во Дворце детского творчества подвели его итоги. Во время финального мероприятия медиафорума все медиа-центры разделились на два отряда. Каждый из них посетил четыре станции, где ребятам предстояло выполнять задания. У Виктории Романовой, Светланы Михайловны Листром, Дарьи Калашник и Яны Алексеенко команды медиа-центров узнали, как грамотно и интересно написать новостной заголовок или репортаж. Также ребятам напомнили, что такое лид-абзац, прямая и перевернутая пирамида. У нас есть лид-абзац. Это самое важное и конкретное, что, где, когда и зачем происходит. С лид-абзаца мы можем начать, либо же мы можем им закончить. Я очень рада, что смогла стать ведущей самого мероприятия. Рада, что смогла повести также станцию. На нашей станции написания текста мы напомнили ребятам, что такое лид-абзац, что такое прямая и перевернутая пирамида. В дальнейшем помогли им написать текст для их медиа-центров. Мероприятие прошло слаженно, здорово. Теперь ждем следующего года, чтобы узнать, что будет дальше. Руслан Лапшин, Любовь Ковыш, Софья Андреевна и Людмила Вакина показали, как нужно фотографировать крупным планом, а когда лучше выбрать общий. Рассказали, что есть в настройках камеры телефона и чего не должно быть на заднем плане. В этом случае, поскольку вы, как правило, никуда не торопитесь, вы можете человеку сказать, что отойди чуть вправо за грани розетку и давай чуть сюда влево, чтобы у нас был однородный фон. Или оператору можно сказать, чтобы он отошел подальше. Все самое важное о съемке видео рассказали Мария Баранова, Елена Иванова, Полина Блинова и Ольга Васькина. А правильно и качественно смонтировать видео научили Артем Серов, Екатерина Милентьева
и Ульяна Крылова. Я занимаюсь монтажом уже 2 года. Все началось с того, что я участвовала в конкурсе от Росатома, который назывался «Атом-медиа», где мне нужно было снять несколько репортажей на разную тематику и смонтировать их. Именно тогда у меня проснулась тяга к монтажу, и я занимаюсь этим до сих пор. На этом второй городской фестиваль «Медиа-центр» подошел к концу. А с вами был воспитанник объединения «Журналистика» Степан Борисов. Увидимся в следующем выпуске. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях, ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей.